Ну а в Нерюнгри спартакиада национальных общин завершилась легкоатлетической эстафетой. В рамках фестиваля «В семье единой» в итоговых соревнованиях участвовали три команды – Саха-Аймах, Бурятская местная национальная община и татаро-башкирская диаспора. Несмотря на холод, дождь и порывистый ветер, в забеге участвовали и дети. А перед началом эстафеты все присутствующие прошли традиционный обряд очищения. В Нерюнгринском районе 2017 год объявлен годом национального единства. В его рамках проходит множество разнообразных мероприятий, в том числе и спортивных. А также общины готовятся к эсеху и обещают, что в этом году он станет особенным. У нас очень много мероприятий. Это ассамблея народов, и начиная от фестиваля народов, и вот спортивные мероприятия. В этом году у нас и будет в республике 5-й съезд народов ассамблеи. И с нашего района тоже поедет делегация во главе с главой нашего района Виктора Николаевича Станиловского.